19 августа в Думе подписан договор о проектировании и строительстве в Лигнишках площадки для компостирования биологически разлагаемого зеленого мусора. Реализация проекта позволит утилизировать его дружественным для окружающей среды образом, при этом более рационально используя имеющиеся ресурсы. На площадке будут принимать и перерабатывать зеленые отходы, появившиеся в результате уборки садовых и парковых зон, расположенных исключительно на административной территории Даугавпилса. Ввозить и перерабатывать подобные отходы из других самоуправлений и стран не будут. По подсчетам УКХ, в результате уборки городских парков и скверов ежегодно производится до 1500 тонн белоразлагаемого мусора. Еще как минимум 500 тонн набирается в жилом секторе, на территориях частных домов и огородов. Чтобы помочь жителям избавиться от скошенной травы, опавших листьев и прочих зеленых отходов, собранных с прилегающих к собственности территорий, самоуправление несколько лет проводит осенью и весной акции по сбору зеленой массы. Строительство площадки решит для Даугавпилса проблему утилизации этого вида отходов. И поэтому, когда мы построим вот эту площадку, значит, ее сможет использовать как юридические лица, так и физические, в том числе и большие городские предприятия, значит, Лавая Картошина, ДЗКСУ, СИЭС-500У, ну и, конечно, и любой участник, кому надо будет сдавать зеленую массу. Вот на данный момент, когда вот весной и осенью люди спрашивают, а куда нам девать зеленую массу? Ну вот, когда построим вот эту площадку, значит, будет возможность любому человеку там сдать зеленую массу. Проектирование объекта начнется сразу после подписания договора. На площадке будет установлено соответствующее нормативам современное оборудование. Оно позволит дружественным для окружающей среды образом перерабатывать привезенные зеленые отходы в качественный компостный материал, который, в свою очередь, будет использоваться как органическое удобрение при благоустройстве и озеленении города. Кроме того, сортировка зеленой массы, наравне с раздельным сбором других перерабатываемых отходов, которые жители Даугавпилса практикуют все активнее, позволит горожанам снизить объем мусора, подлежащего захоронению, а следовательно и расходы на его обхозяйствование. Общая стоимость проекта составит более 500 тысяч евро. 125 тысяч евро – софинансирование фонда Кохезии. Площадка для компостирования должна начать работу в следующем году. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилского городского самоуправления.